В Алекминском районе жители одной из улиц города вступили в небольшой спор с местной администрацией. Вопрос касается вырубки деревьев, растущих рядом с жилым сектором. С одной стороны, закон, требующий срубить их ради пожарной безопасности, с другой стороны, год экологии и желание жить среди зеленой зоны. Граждане и власти добиваются сейчас компромисса. В ситуации разбиралась Елена Фаст. Улица Сосновая. Улица как улица. От других ее отличает высокая стена деревьев, стоящих сразу за дорогой. Деревья стеной уходят далеко на сопку. Место, надо признаться, красивое. Летом здесь привольно ребятне, поэтому почти сразу, как начали строиться дома, здесь построили и детскую спортивную площадку. История улицы открывается где-то в 95-х годах, когда автотранспортное предприятие начало здесь строить дома для своих работников. Постепенно улица вытянулась, но основной костяк – это все же ветераны предприятия. Но это присказка. А суть в том, что совсем недавно этот самый лес пошел под пилы. Площадка тоже снесена. А когда обеспокоенные жители обратились с расспросами, получили объяснение в целях пожарной безопасности в соответствии с предписанием. Уже совсем озадаченные жители улицы написали во все инстанции, прося сохранить зеленую зону. Последнее маленькое совещание с присутствием заместителя главы города и специалистов городской администрации прошло прямо на улице. Ну, главное, на сегодня понятно, что эта полоса должна быть. Но закон позволяет при одноэтажном или там двухэтажном индивидуальном строительстве, да, полосу от этого, ну, разрыв пожарный, да, должен быть не менее 30 метров. Ну, в том плане, что может быть не 50, а уменьшить. Ну, хоть не более-менее. Нет, городское поселение у нас черным по белому написано в предписании Пошнадзора требования по своду правил городские поселения 50 метров. Это раз. Мало того, есть факсограмма, приказ главного государственного инспектора, да, по республике Пошнадзора Федорова. Рекомендации. Вблизи населенных пунктов и объектов с 15 метров до 80 ширина пожарного разрыва должна быть. Но это пока только рекомендация. В своде правил по городским поселениям до не менее 50, в сельских поселениях 30, 15 метров. Каждая сторона убеждена в своей правоте. Государственная структура настаивает на соблюдении всех пунктов закона, невзирая на эмоции и моральные издержки. Жители на поиске компромиссного решения, мотивируя это практически единственным зеленым островком в городе. Да и год-то какой экологии. С их слов, речь идет не о полной остановке вырубки, а о сокращении расстояния хотя бы до 30 метров против заявленных 50. На то, что вы защищаете население от пожарной безопасности, это молодцы, конечно, правильно делаете. Но здесь давайте емкость, может, построим тут, лиственничные деревья здесь посадить там или что-нибудь сделать такое, чтобы она была альтернативной. Не то, чтобы губить то, что у нас есть, а стараться сохранить, а вместо этого тут продумать альтернативные варианты обеспечения пожарной безопасности населения. Я не спорю, если бы это было возможно, но трактовка закона однозначная. Но это только на инициировать, а вы понимаете, это постановление принято не субъектом Российской Федерации, а федеральным собранием, поэтому... Нет, ну все равно, Николай Ильич, вы же сейчас являетесь руководителем города. Ну вот эти вопросы как-то давайте решать, надо думать о будущем, не только о сегодняшнем дне. И вот видите, после... они уже куда пошли, за 27-й дом. Я же им подбежала, вот подошла, говорю, ребята, не пилите, до 27-го дома. Решение суда, да, за подписью Седалищева. И размер же... Они нам там... сказали, нам, говорит, велели всех посылать на три буквы, говорит, и вызывать милицию. Ну, и там же написано, что 15 метров от 29-го, 27-го дома, 15,5 метров отступить, и все. Если попадается деревяшка на этих метрах, зачем его выпиливать? Оттуда в лес не идти. Как развернутся события, покажет время. А пока жители инициируют общий сбор всех сторон, чтобы найти тот самый компромисс. То, что вы делаете, это правильно. Но только не надо говорить, это под другим углом тоже смотреть. Да, да. Это сохранить же надо. Хорошо, давайте мы с своей стороны инициируем общее собрание. Да, контактные лица, ну, в принципе, мы всех знаем. Попробуем собраться, да, попросим в районе, в малом зале, сказать, провести вот такую встречу с привлечением представителей прокуратуры, Пожнадзора, охраны природы, ну и, соответственно, вы как представители общественности, да? Со стороны администрации и депутатский корпус городской. Елена Фаст, Максим Копылов, НВК Саха, Алекминск.